чем особенность этой линии по сравнению с остальными? Если все предыдущие линии финансируются ресурсами кредитными или собственных ресурсов Mold Electric, то эта линия – это полностью грантовые деньги со стороны США, со стороны USAID. То есть, по большому счету, нам дарят, американский народ нам дарит еще одну линию, которая улучшит нашу безопасность, даст нам возможность стать частью европейской системы, даже если украинская система не выстоит и не будет функционировать. И таким образом обеспечит не только безопасность, но и то есть условия для экономического развития. Повторюсь, никто не будет приходить инвестировать в энергоемкие производства, если у тебя нету ни минимального уровня безопасности поставок энергии. Только сейчас, когда у нас есть какой-то минимальный уровень нашей безопасности с точки зрения энергетики, и по мере того, как будут строиться эти линии, мы полностью станем частью европейского рынка энергии еще до того, как станем страной-членом Евросоюза, только после этого бизнес можем привлекать бизнес и можем показывать им, что да, у нас есть надежные условия, у нас есть понятные, прозрачные правила игры, те, которые вы знаете в странах, в которых вы сами работаете, там в Евросоюзе или в США, и, пожалуйста, приходите, инвестируйте, есть понимание того, как это будет работать. И в этом смысле это, конечно, новая эра. То есть мы сейчас говорим не только про эту линию и не только про энергетику, мы говорим про возможность Республики Молдова стать, возможно, первой страной на этом континенте, которая проведет индустриализацию за счет возобновляемой энергии. Потому что не можем мы сами в своей маленькой системе обеспечить балансирование зеленой энергии и так далее. То есть те вещи, которые позволят максимально установить зеленку. Поэтому только из-за того, что мы будем частью единого европейского рынка электроэнергии, позволит нам настолько нарастить производство зеленой энергии, чтобы это покрыло в том числе наш дальнейший промышленный рост.